Подмосковные спортсменки Елена Савельева и Светлана Гневанова – чемпионки Европы по боксу. Софья Очигава – серебряный призер. В Голландии, в Роттердаме, завершился чемпионат Европы по боксу среди женщин. Елена Савельева стала чемпионкой Европы в категории до 54 килограммов. Светлана Гневанова защитила титул чемпионки Европы, взяв верх в финале весовой категории до 48 килограммов. А чемпионка мира 2005 и 2006 годов Софья Очигава стала серебряным призером в олимпийском весе до 60 килограммов.